Чем ближе выходные, тем сильнее хочется вырваться за город, а лучше вообще уехать поближе к солнцу. Но если ни то, ни другое не получается, не огорчайтесь. В Твери тоже можно прекрасно провести время. Как? Об этом в нашем следующем сюжете. Осенняя пора у многих проходит в меланхоличных воспоминаниях о лете. Но как иначе? Еще буквально месяц назад мы жарились под солнцем, а сегодня серость, лужи и морось. Чтобы не впасть в осеннюю депрессию и тем самым не подорвать иммунитет, специалисты советуют пристально относиться к своему рациону и, конечно, побольше позитивных эмоций. Как это объединить? Легко. В Твери есть кафе и рестораны, где по-домашнему уютно, тепло и спокойно. В эти заведения можно смело отправляться с друзьями или в гордом одиночестве. Помечтать, выпить кофе или бокал согревающего глинтвейна, а заодно побольше узнать о национальных кухнях. Ну а чем не развлечение? Начать можно с Италии, страны красоты, любви и вечного солнца. Того, чего сегодня нам как раз не хватает. Кусочек Апеннинского полуострова расположился в самом центре Твери. На улице Трехсвятской открылся ресторан «Филичита». Здесь особый подход к изготовлению пасты. Тесто для нее не покупное, его замешивают здесь же в ресторане. Мы готовим пасту фрешку, свежая паста в периоде с итальянского. Мы берем самую хорошую муку, итальянскую, симолу и манитобу. Это заведение обволакивает ласковым духом провинциальной Италии. Главная достопримечательность – настоящая итальянская дровяная печь для выпекания пиццы, заботливо выложенная мозаикой. Ведь, как отмечает шеф-повар Антон Сахаров, несмотря на то, что пиццы, блюда и королей, и бедняков, процесс ее приготовления жестко регламентирован. Нужно использовать тесто из трех сортов муки. Выпечка происходит исключительно в дровяных печах. И, кстати, пиццу нельзя раскатывать скалкой, только руками. В ресторане «Филичита» четко соблюдает эти требования при изготовлении всех пицц. Представлен ассортимент всей классики итальянской. Это и с морепродуктами, и с итальянскими колбасами, сырами. Есть и сладкие итальянские пиццы, как дольче. А еще «Филичита» – единственное место в Твери, где подают нежную пиццу «Фрути де море» с пармской ветчиной. И какая Италия без рыбы? В «Филичите» вам подадут палтус, лосось, сибас, дораду. Для гурманов заранее готовят утку конфи, которая томится в печи почти 4 часа. Побывать в «Филичите» и не влюбиться в итальянскую кухню просто невозможно. Именно здесь понимаешь, что гастрономические впечатления могут затмить своей яркостью любые эмоции. Сыр, томаты, травы, ветчина. Говорить об этом можно бесконечно, но, как говорится, лучше один раз увидеть, а точнее попробовать. Хороших вам выходных!